200 юных спортсменов со всей России на протяжении 24 дней не только отдыхали, но и учились в Сочи. Ребята получили фантастический спортивный заряд и обогатились культурно, познакомились с достопримечательностями Сочи. Программа первой смены была очень насыщена. Мне больше всего понравилось, как мы ходили на шоу фигурного катания, вот. И мастер-класс с Алексеем Тихоновым и Марией Петровой. Юные фигуристы, хоккеисты и шорт-трекисты, уверены тренеры, в будущем обязательно заявят о себе на зимних играх. Ведь не зря их занятия проходили на олимпийском льду. Мы попытались в них воспитать за 24 дня вот такие чисто человеческие качества, чтобы они были не только высококлассными спортсменами, но и они стали высокообразованными, высококультурными, высоконравственными ребятами. Вот это, я думаю, самое главное, что мы достигли вот этой смены. Воспитанников и тренеров поприветствовал глава города. Анатолий Пахомов отметил, 7 лет интенсивной подготовки плюс проведение Олимпийских игр дали серьезный толчок для развития всех отраслей Сочи, в том числе и спорта. Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях, выросло наполовину. Детский спортивно-оздоровительный центр — это лишь один из первых продуктов постолимпийского наследия. Сегодня практически все объекты постолимпийские, они работают. И работают правильно. Мы действительно стали городом, где проводится очень много событий. Мы действительно наряду с олимпийской столицей, наряду с курортной столицей, сегодня и культурная столица, и спортивная столица. Сегодня юные спортсмены попрощались с Сочи, но уверены ребята ненадолго. Сюда хотят вернуться все, не только отдыхать, но и победить в турнирах на этих аренах. А центр уже ожидает новых воспитанников. Вторая смена стартует 1 августа. Татьяна Дубовик, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.